9 октября 1943 года – особая дата в истории Кубани и всей страны. Ровно 77 лет назад с территории Таманского полуострова советская армия изгнала последний отряд немецко-фашистских захватчиков, завершив освобождение Кубани. Мы всегда будем помнить подвиг наших земляков. Вечная слава героям, кто принес нам сегодня мирную жизнь. Благодаря кому мы сегодня живем на этой земле, трудимся, прославляя подвиг наших ветеранов. Вечная память и слава героям, павшим на полях сражений. Пока жива память о них, жива наша история. Это беспрецедентный подвиг, совершенный нашими предками. И мы должны быть им благодарны за то, что мы сейчас живем в мирное время, у нас все есть, мирное небо, цветущие сады, полные реки и наши счастливые дети. Я поздравляю вас, желаю вам здоровья, процветания и всего хорошего. В памяти героев, погибших в боях за родную землю, прошла минута молчания. Представители района и Северской администрации, депутатский корпус, а также жители поселения возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».